Друзья, следующим выступит конкурсант из Швеции Макс Памп. Русский язык Макс пока не освоил. Как он сам рассказал, я знаю, как попросить соус в ресторане. И, пожалуй, на этом все. Но для первичного знакомства с Россией это уже неплохо, друзья. Ведь любое блюдо становится по-настоящему традиционно русским после всего одной фразы. Please, my... А сейчас своего рода юбилей. Песня, которая ровно 30 лет назад, в 87-м году, покорила нашу страну. Посвящается всем, кто подключал к телевизору магнитофоны на запись, когда в гостях у утренней почты было шведское телешоу «Лестница Якоба». The final countdown. Поет Макс Памп. Швеция. Встречайте. Leaving together, but still it's farewell, and maybe we'll come back to Earth, who can tell? I guess it's no one to blame. We're leaving now. Will things ever be the same again? It's the final. So Зрителям очень понравилось, да? Правильно, надо влиять на жюри своими аплодисментами, поддерживать наших конкурсантов. А вот как же оценили профессионалы, мы сейчас узнаем. Антон, Арман, ну что? 9, 9, 10, 9, 9, 8, 9, 8, 8, 8. Сергей почему-то развел руками сейчас. Не было других табличек, Сергей. В чем дело? Все в порядке, я понял. Все на месте.